Ну, я что-то переживала, Сережа. Значит, пока еще до Харьковска не дошло, 123-й, Запорожская область, понял? Значит, девочка, мне вчера Витка утром написала смс-ку, то, что я тебе сказала, то, что контракты обрабатывать, мы сейчас мобилизованы. По максимуму вам нужно подписать, они сейчас будут вас обрабатывать. Значит, как они обрабатывают, рассказываю. Короче, к ним приехали подписывать контракты, такие же агитаторы, типа, понял? Значит, один подписал сразу. Остальных, которые не согласились подписать, заставили сложить оружие, Сережа, и вывезли в неизвестном направлении. Угу. Телефоны не отвечают. Их посадили на яму. Но это подвал. Яма – это подвал, она сказала. Угу. Угу. Короче, 7 человек как бы, ну, подписали потом, понял? Угу. Угу. В обед подписали. Полдня просидели, передумали там, по 230 тысяч обещали, подписали. Значит, и их отправили сразу же в этот день на боевые. И семерых подписавших 4 300-х, 1 200-й. Услышал? Она очень вчера запереживала, меня предупредила. Оля Семенов говорит, когда ее муж был на контракте в 15-16 году, и когда пацаны отказывали, слаживали оружие, они своих расстреляли сами, суки. Что делали? Расстреляли? Расстреляли своих, да. Но сейчас же начались преследования. Ты понял? Они создали закон, Сережа. Сейчас бабы, которые начинают возмущаться, вон, в Угольчане, до 20 лет судят, Сережа.